привет! Сегодня у нас 23 мая. Мое приложение показывает плюс 3. Идет пар изо рта. Сегодня практически весь день шел снег. Периодически даже хлопьями. Сегодня с девчонками на работе, я иду с работы. Сегодня с девчонками как раз просматривали фотографии прошлых лет. Ну, у кого какие имеются в телефоне. И смотрели дату. В общем, просматривали майские фотографии. Где-то было прям очень-очень тепло. В какой-то год даже были раздеты в мае в футболках. Вот, ну, в этом году вот так. Мерзнут руки. Я иду по улице Советская. 5 рублей есть? Выхожу на Ленинский проспект. Ну, посмотрела прогноз погоды на Яндексе. Не знаю, стоит ли доверять Яндексу или нет. На ближайшие 10 дней и на выходные показывает уже плюс 11, плюс 13. И там даже до плюс 17 на следующей неделе. Во как резко станет тепло. Скорее бы, уж очень хочется потепления. Не знаю, что-то мне кажется, нифига не плюсовая температура. Прям как-то холодно, очень уж. Замерз нос, замерзли руки. Друзья, начинается показ моды от Мирончика. Ну давай, давай, иди. Иди сюда, обратно. Получили посылку от магазина, интернет-магазина Lucky Child. Дизайнерская детская одежда. Уже не впервые мы заказываем в этом интернет-магазине одежду. Одежда очень хорошего качества. Мирош, ну пройдись еще, пройдись. Это у Мирончика костюм тройка. Можно, конечно, все заказать по отдельности. Отдельно футболка, отдельно костюм. Вот такой вот крутой. Мирон выбирал сам. Очень ему понравился дизайн костюма. Давай застегнем. Вот так костюм выглядит в застегнутом виде. Одень, Мироша, капюшончик. Капюшончик одень. И вот такой капюшон. Детишки очень любят капюшоны. Рукава и трико на манжетах. Костюм достаточно плотный. А тут карманов нету. Есть. И карманы есть. Вот. Только маленькие. Но тебе нравится костюм? Да. Крутой. Да. Вот так костюм выглядит изнутри. Здесь такой небольшой приятный начес. На прохладное лето. Просто замечательно. Следующий костюм у нас вот такой пятнистый, военный. Мирончик давно у нас хотел военную форму, все никак не могли найти. Но вот такой летний костюм. Походи, сыночек. Повернись задом. Задом повернись. Также к этим шортам подходит другая футболочка. По-моему, она из другой коллекции. Что удобно в Lucky Child. Мирош, подойди поближе, повернись. Что удобно в Lucky Child, это то, что на сайте все распределено по коллекциям. Вот тоже хорошо смотрится. Следующий комплект, но это не костюм, а все по отдельности. Шорты и вот такая красная футболка. Правда, шорты Мирончику немножко большеваты. Мироша, надо тебе за лето наесться. Но правда, в этот раз я заказала все на рост 116-122. Мирош, походи. 116-122. Вот. Ну, футболки, в принципе, и Мирончику нормально, но шорты чуть-чуть большеватые в поясе. Ну, ничего, поправится за лето у бабушки. Следующая футболка из коллекции «Витамин». Повернись задом, сыночек.
Ну, конечно, Lucky Child вообще это отдельная благодарность за качество. 100% хлопочек. Все очень приятное к телу. Подходи, сыночек. Другую померим футболочку. Сейчас я поближе покажу. Везде логотипы. Посмотрите, везде логотипы компании Lucky Child. Шовчики. Шовчики, все ровненько. Ну, качество просто супер. Эта футболочка тоже из коллекции «Витамин». Хочу сказать, что футболки мы носим постоянно в детский сад, соответственно, мы их очень часто стираем. Футболочки не деформируются, то есть, ну, просто, просто качество на высоте. Футболки всегда в хорошем состоянии, сколько бы Мироша их не носил. Просто мы из них уже вырастаем, но они остаются по-прежнему идеальные. Дальше. Толстовка детская. Повернись, сынок. Ну-ка, подойди ко мне. Покажем зрителям логотип. Иди сюда. Покажем логотип Lucky Child. Вот такой стильный. Одежда российского производителя. Город Москва. Ну, ближе подходи, ближе. Ну, еще одна толстовочка из другой коллекции. Такая яркая. Повернись задом, сыночек. Я родился в желтой кофте. Повернись. Да. Вся одежда на рост 116-122, сыночек. Толстовочка и это, и предыдущая с начесом. Иди сюда. Тоже посмотрим логотип. Также здесь имеется логотип Lucky Child. Логотип абсолютно на всех продуктах. Так, вот здесь вот смотрите. Тоже на шортах. Lucky Child. Нравится? Да. Нет. Ну и последнее. Вот такой вот модный комбинезон. Мироша, прогуляйся как модель. Ну. Ну. Вот такой вот модный комбинезон. Сзади надписи, по бокам карманы. Мирош, ну-ка засунь руки в карманы, покажи. Они длинные. Низкие, низкие, да? Карманы большие. Подойди сюда, покажем, покажем клепочки. Вот здесь вот комбинезончик на клепках. Вот такой вот просторный, удобный. Правда, Мирончику горлышко было немножко тесновато, когда голова. И жарко, да, жарко и теплый костюм, прям с начесом, теплый, классный. Так можно вообще куртку надевать. Ну, ну-ка еще раз поверни задом. Опять же, логотип Lucky Child, Мирош. Теперь у нас вот такой вот логотип. Крутой. Сюрприз. Крутой. Ну-ка, еще раз пройдись. Ссылку на интернет-магазин Lucky Child я оставлю в описании под видео и в комментарии. По моему промокоду «Север» вы получите скидку 750 рублей при заказе на сумму 1500. Удачных вам покупок! Продолжаю снимать ролик уже на следующий день, 24 мая. Сегодня ночью у нас опять лег снежок на землю. Ну, сейчас вон, видите, все тает. Пытается пробиться солнышко. Небо затянутое, но что-то, что-то где-то пытается проясниваться. Возможно, сегодня будет солнышко. Уже соскучились. Уже долго стоит пасмурная погода. Так, иду на работу. Пройдем с вами по улице Мира. Мимо храма. Вроде как сегодня нет ветра. Но пока иду, ветер не чувствуется. И теплее, чем вчера. Вчера у нас наконец-то прилетела Софьюшка. Красноярска. В полете она была сутки, очень устала. Аэропорт Алыкель не принимал самолеты.
из-за тумана. Туман, ветер. Ну, туман был причиной. Не только из Красноярска, а отовсюду, со всех городов. Люди не могли прилететь и не могли вылететь в отпуск из Норильска. В общем, намучилась она. В понедельник утром вылетела из Красноярска. 4 часа кружили над Норильском. Потом улетели в Игарку. В Игарке просидели долгое время в маленьком тесном аэропорту. Потом опять полетели вечером на Норильск. Уже поздно вечером. Опять кружили 4 часа над Норильском. Не смогли сесть и полетели обратно в Красноярск. Ночь просидели в аэропорту Красноярска и утром вылетели в Норильск. Так что устали дети. Так, прохожу по Миру. Выхожу уже на Ленинский проспект, драмтеатра, и вот хочу показать, как оформляют 5-этажки на Мира. Очень красиво выкладывают облицовочной плиткой первые этажи. Как новенькие домики. В прошлом году их красили, а в этом году выкладывают плиточкой. Очень красиво, аккуратно смотрится. На соревнованиях Софья в забеге на 100 метров заняла 8-е место. Молодец, умничка. Вот так лежит снег. Я тут вчера тоже вспомнила, когда Данил, май, когда он заканчивал 9 класс. Тоже был теплый май. Конец мая был вообще теплый. Мы даже раздевались. Он закончил 9 класс, и мы полетели на материк. У нас был летний отпуск. Ну, а в этом году прям холодно. Ну, не знаю, я прогноз говорю, вчера посмотрела, просто обалдела, что уже через неделю показывает 18 градусов. Плюс 18. Для Норильска это очень тепло. В Норильске плюс 30, это уже просто невыносимое пекло. Время... Без 29 уже все так оживленно. Машины ездят, люди ходят. Да, солнышко вот пробивается. Дай бог выйдет. Будет сегодня солнечно. Сразу снежочек, который выпал за ночь, растает. Я продолжаю свой путь по Ленинскому проспекту. На этом свой ролик буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем выпуске. До свидания!